образом, да, у меня получилось 3 пакетика с яблоками, которые мы можем отправить уже на хранение на зиму. Таким вот образом, да, мы порезали эти яблочки, закрутили. Таким вот образом, да, и плотно закрыли. Все. На узел завязали и отправляем на зимовку. То есть у нас получилось вот таких вот 3 пакетика. Значит, мы их отправляем на зимовку. Вот, и также сварился наш компот, вот, то есть готовый. И, значит, осталось также еще у нас яблоки остались, с которых мы будем делать уже яблочные чайки. Да. Ну, это уже в следующем ролике я вам буду рассказывать, да, как приготовить яблочные чайки. То есть вот таким вот образом, да, мы закончили, да, на сегодня. Значит, этот день, да, мы посвятили приготовлению из яблок, да, приготовлению разнообразных блюд. Вот, то есть конечный результат это яблочный квас, да, то, что у нас получится из компота, вот из этого, да, и яблочные чайки, да, и это мы уже отправляем на зимовку, на хранение. Вот таким вот образом, да. Ну, а в следующем ролике непосредственно я уже буду вам рассказывать, как приготовить, да, чайки, яблочные чайки.